Нормы ГТЗО творят чудеса. Но когда еще вместо напряженной кабинетной работы вы вот так запросто можете побегать, попрыгать, поотжиматься? Только в период сдачи этих самых норм. 14 мая сотрудники городской администрации решили сдать все по максимуму. Стрельбу, плавание, а также бег на 100 метров, кросс на 500 и на 1000 метров, отжимания и подтягивания. Главная задача сохранить здоровье, зарядиться бодростью, хорошим настроением и зарядиться на здоровый образ жизни вообще в будущем, в дальнейшем, как бы заниматься физической культурой, хотя бы там по утрам делать физическую зарядку, хотя бы периодически заниматься физической культурой и спортом. Кто-то оказался на стадионе еще и потому, что хочет проверить собственные силы. Я после декретного отпуска. Вот хочется проверить. На что способна, да, молодая мама. Раньше нормы ГТЗО сдавали? Сдавали, за прошлым году. И как впечатления? Положительные. Физкульт приятно. Хорошее настроение. Слава богу, солнышка нет. Надеюсь, что это ветерок поможет. А кто-то пришел за сертификатами и значками. Конечно, значок, потому что я еще молод, полон сил, поэтому цели ставлю перед собой самые высокие. Настроение боевое, настроение установить рекорды, настроение сдать достойную норму ГТО, получить медаль и всеобщие похвалы и поощрения. Нормы работники администрации, впрочем, как и все остальные коллективы, сдавали в непринужденной обстановке. Поддержка и подбадривание коллег не исключение, а правило. Ура! Юля, победитель! Больше всех! Анна Игнатова, Олег Хабибуллин, телерадиокомпания «Заречный».